Всем привет! Это канал из Москвы в Израиль. Денис и Анюта. Денис и Анюта. На связи. Короче, продолжаем наше путешествие в военное время. Сегодня мы приехали в Ярку. Потому что пасмурно, потому что испортилась погода, потому что сегодня вышли на балкончик и поняли, что нужно что-то делать. В том числе. А еще потому что нам нужны ботинки осенние. Платьица и сумочки. Ну, в общем, что-то нам нужно. Как это, Анюте нужно всегда что-то, а мне нужны были конкретно ботиночки. Вот. Поэтому пойдем. Сейчас, во-первых, вам покажем, сколько машин на парковке. Многие люди спрашивают нас, не страшно ли выезжать сейчас из дома, не страшно ли ездить, не страшно ли ехать, тем более в Ярку, потому что все понимают, да, что покажем. Здесь, да. Ну, я сейчас отдельно еще сниму. Вот. Ну, так вы, наверное, уже видите, что все работает. Людей много, машин тоже много. Вот, поэтому не бойтесь, не переживайте. А сейчас мы вам покажем, если вдруг нам удастся что-то купить, что мы купили. Вот, и, может быть, успеем что-нибудь еще перекусить, да? Да, обязательно перекусить. А вечером мы с Настей и Сережей едем играть в квиз. Тоже снимем, покажем. Я думаю, что этим и закончим видео. Да, ну, то есть я имею в виду, что мы начали движение наше обычное по стране. Да. Вот. Все, живем как обычно. Да, конечно, мы все понимаем, что есть определенные условия, которые мы в том числе соблюдаем. Кстати, в Ярке, я уже вам так раскрою небольшой секрет, я видел, стоят указатели на бомбоубежище. Да, где оно? Да, вон там стоит красная. И, в общем, ну вот где-то 3 бомбоубежища я насчитал здесь. Мы это все видим, знаем, мы всегда на связи с нашим ребенком по этому вопросу тоже. Идем. Так, видите, огромная парковка, помаши людям. Все занято, хотя уже вечер. Вот, пойдем сейчас сходим в Ванс. Вон он там вдалеке. Это самая удобная обувь для меня, во всяком случае, которую я считаю очень удобно носить. И полуформальная, и полукрасивая. Вот, так что идем, меряем, смотрим. А потом Анюта посмотрит все какие-нибудь еще платьица и все остальное. Вот, и я думаю, что с покупками довольны и поедем домой. Приехали Дениски купить ботиночки. Такие. Outlet. Да, ну это мы сейчас скажем. Какие сейчас акции? Пока Дениска меряет, покажу акции. Значит, акция получается на первую 20%, на вторую 30% и на последнюю 40%. Мне еще, знаете, какие понравились? Мне еще очень понравился вот это вот. Вот. Такие вот. Я даже думаю, это вот в мужской коллекции. Еще мне в мужской коллекции понравились вот такие. А, вот такие вот мы сейчас меряем. А вот такие у Дениски уже есть. Мы его покупали в прошлом году. А я вот думаю себе купить. Вот смотрите, это женские. Женские мне понравились. Вот эти нежненькие. Мне кажется, тоже подо все. Ну, либо вот такие, как это, семейные, чтобы у всех были одинаковые. Прикольные. Вот эти вот все в сеточку, кстати, очень дышащие, но уже осень. Пойдем вернемся обратно к Денису, посмотрим, как он справился с тем. Дениска решил все перешнуровать. Да ты просто померяй, нравится тебе или нет. Может быть, еще удобнее? Вот. Ну что, зайчик? А? Дениске нравится, берем. Берем? Окей, все, берем. Так, ну вы только что видели, что мы купили в Вансах, вон они. Я их сразу надел, потому что те кроссовки, в которых приехал я, они уже выходили из строя. Вот такого плана. 280 шекелей. А теперь что? Анюте тоже достался подарочек, чтобы она не зря ездила, как говорится. Показывай. Показывай. Конечно. Осеннее платье. Вообще, я платье уже показала в сторис. И те, кто со мной следят в Инстаграм, они видят все и сразу. А, еще раз повторю, Анюта Ток, подписывайтесь. А сейчас вам покажу, но не на себе. Там было на себе. Такое осеннее платье. Такое. Шерстяное. Вот. Такое, короче, шерстяное платье. Без рукавчиков, но прикольное. 129 шекелей. Очень симпатичное. Поехали поедим? Да, поехали поедим. А сейчас мы поедем есть.
Мы сейчас поедим и будем выдвигаться к Насте с Сережей. Есть. Фалафель. Поехали в фалафель. Смотрите, мы подъехали к фалафельной, которая мне нравится. А тут уже Новый год. Смотрите, какие офигенные елки. Пойдем поближе, подойдем. Смотрите, уже все готовятся к Новому году. Уже скоро будет праздник. Я очень-очень довольна, приезжала счастлива, что здесь тоже вот яркий, кстати говоря, именно Новый год отмечается. Здесь ставится елка, а во всех торговых центрах наряжаются елки, много всяких там Санта-Клаусов, игрушек и всего. То есть для того, чтобы ощутить эту новогоднюю атмосферу, нужно ехать именно в Ярку. Смотрите, какой потрясающий магазин, не знаю, какие цены на елки, но, блин, прям захотелось елку. А мы идем есть фалафель. Фалафель есть, пойдемте. Это, кстати, самый древний фалафель. Ну, старый, то есть это очень старое место. И здесь очень прикольный фалафель. Действительно, если хотите настоящий фалафель, он тут. Вот, наверху, смотрите, цены. Я обычно себе беру просто шарики. Я не люблю в пите, вот это вот все не люблю. Я беру себе просто шарики. Шарики тут обычно получаются вообще копеечные. Сейчас Денис закажет и скажет, сколько получилось. А еще здесь можно взять вот такие салатики. Вот. Я себе беру обязательно вот такую капустку. Ой, кстати, появились какие-то новые соусы. Я их не брала, не знаю, что это такое. А, Светулечка у нас очень любит вот такие штуки. Платон, кстати, тоже. Ну, а Денис берет вот это. Так что вот, сейчас будем кушать и все покажу, поснимаю. Вот там Дениска заказывает себе. Потому что Дениска чаще всего берет себе в пить, и, соответственно, мы сейчас туда положим все. А я такое не люблю. Люблю отдельные шарики. Мне очень нравятся отдельные шарики. Как всегда, у нас все в цейтноте. Взяли вот в тарелочке порцию фалафеля. И в пите порцию фалафеля. Очень все большое. И порции большие, тарелка пит, еще можно взять всякие закусочки, вот, которые Анюта набрала. Такого плана. По ценам чуть попозже вам скажем. Все, едим и несемся к Насте с Сережей, потому что нам нужно ехать на квиз быстрее. Времени не хватает. Итак, все вместе вышло 44 шекеля. Так что очень бюджетно поесть в Ярке, особенно если вам нужно быстро перекусить. Фалафельная, находится она практически на въезде в Ярку, в центральном месте. Кстати, чуть подальше есть, везде продаются кнафа и всякие вкусности, так что можете поесть, а потом еще полирнуть все это десертиком. Там тоже все. Кнафа, по-моему, около 14 или 13 шекелей стоит порция. А есть еще кнафа, мы про нее отдельно снимали, где она подается с мороженым, тоже очень вкусно. В общем, приезжайте, кушайте, получайте удовольствие от еды. Присутствует безответственная команда, сидевшая в офисе специалиста. И новая прибывшая команда, замечательно, под названием именно наши новички. Давайте поаплодируем, как следует, первый человек на сайте. Слыхали? Таких аплодисментов в Санкт-Петербурге. 48, Харковеды 48, Латвийские перцы 48. Именно победили сегодня в номинации «Самая очаровательная команда». Все, нас высадили ребята. Потому что мы сегодня ездили не на своей машине. Короче, нас забрали Сережа и Настя, мы ездили на их машине, за что им огромное спасибо. Да, нам не надо было ездить на своей машине, это бывает резкость, в основном мы ездим на своей машине. Дениска даже смог выпить джин-тоник, и пивасик. Да. Все, поэтому вот так заканчивается наш день, мы решили сделать маленький кружок и идем уже домой. Потому что на улице стало что? Холодно, и нас ждет пупс. Холодать, да. Так что мы уже футболочки не попрыгаешь и не походишь. Я уже сделаю на рукава. Да. Все. Канал «С Москвы в Израиль» с вами прощается. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока.